Эта фотография была сделана в июне 2008 года в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Мне вручили почетное звание «Народной артистки России». В принципе, наград у меня было очень много за мою творческую жизнь, и сейчас они находят героя, но это, пожалуй, самое важное для меня, самое главное. Тогда был полномочным представителем Петр Михайлович Латышев, человек, конечно, очень масштабный, крупный. Когда ко мне подошел, он как-то так замешкался и сказал: «Ну, вы знаете, вот мне сейчас нужно как-то помочь». Я говорю: «А в чем вам нужно помочь?» Он говорит: «Мне нужно помочь проколоть вам грудь». Я говорю: «Ну, вы мне грудь-то не прокалываете». Он говорит: я ваш костюм не нарушу, не испорчу, а там действительно очень такая толстая игла у значка». И я говорю: «Да нет, вы знаете, из ваших рук ради такой награды я готова терпеть все, что угодно». Когда он мне прикалывал, он случайно наступил мне еще и на ногу. Он сказал: «Господи, я вам наступил на ногу». Я говорю: «Ну, это не очень хорошо, тогда придется и мне вам наступить на ногу». Я вот сейчас это вспоминаю со смехом, я представляю, какая картинка была в зале. А ведь было очень много камер, снимали журналисты. Ну, очень приятные такие воспоминания, что человек, большой руководитель, может быть не только чиновником, да, но и обычным человеком, которому присущи те же качества, что и нам, и обескураженность, и недоумение, и восторг, и удивление.